Всем привет, друзья! Это канал Baby Go. Денечка, что надо сказать? Да, у нас опять очередной развивающий ролик. В этот раз у нас, можно сказать, домоведение, домохозяйство. У нас упражнение, будем называть его «Сияющие ботинки». Да, это, между прочим, методика Монтессори. Нам понадобится газета, мы уже ее постелили, пара ботинок, крем для очистки обуви, тряпка и щетки. Так, все у нас есть. Так, наша задача — научить ребенка заботиться о себе и обязательно доводить начатую работу до конца. Развивать координацию и сноровку заодно будем. Коричневый. У нас, смотри, ботиночки какого цвета? Коричневые. Значит, и крем нам нужен коричневый. Смотри, Денюш, мы должны все дела доводить до конца. Один ботинок чищу я, ты запоминаешь, и второй чистишь ты. Смотри, сначала мы берем щетку и хорошенько чистим, держим одной ручкой ботинок и чистим щеткой этот ботиночек. Так. Начисто, начисто, смотри внимательно. Так, видишь, я щеточку убираю, теперь я беру крем. Беру крем, открываю крышечку, открываю. Наношу кремика. Наносим. Так. Размазываем. Смотри внимательно. Размазываем. Так. Стоп. Размазали. Крышку обязательно закрыли. Дальше мы берем тряпочку. Пока закрывали крышку, дали высохнуть. На, посмотри щетку пока. Держи. Посмотри щетку. Вот, правильно. Подожди сейчас. Смотри, я сейчас показываю тебе, как мы втираем крем. Хорошенечко, хорошенечко так обязательно. Чтобы у нас были очень натертые ботиночки. Правильно? Вот смотри, папа натер, крем втер. Теперь попробуй повторить за папой. И давай, чисть. Одной ручкой держи ботинок, другой чисть. Хорошо, теперь чисть щеточкой. Вот, отлично. Давай, 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 давай. Смотрите, друзья, мы тренируем моторику и заодно учимся домоведению. Так, хорошо. Денечка, что, теперь берем крем. Держи. Клади щеточку на место. Открывай. Так, получается? Давай, типа, помогу чуть-чуть. Так, теперь надавливай на него и выдавливай туда. Держи. Много только не дави. Вот, 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 хорошо, все, давай, размазывай. Держи крем. Размазывай. Хорошо. Так, отлично. Крем мы нанесли. День, теперь надо закрыть крышечку. Давай, закрываем. Пока сохнет крем, крышечку закрываем. Отлично. Бери в ручку тряпочку. И вот давай растирать крем. Давай растирать крем. Я тебе помогу чуть-чуть. Давай, двигаем из стороны в сторону. Ну смотри, ты уже начал, у тебя неплохо получается. Иди посмотри. Вот здесь вот хорошенечко надо поводить. Давай, я тебе помогу, с этим немножко сложно. Так, друзья, ну а второй ботинок мы с Денисом на пару почистили, да? Дэн, смотри, у нас с тобой получились чистые начищенные ботиночки, еще и намазанные кремом. Это у нас было домоводство. Тренировка моторики. Ну, естественно, то, что мы уже сказали. Забота о себе и доведение дела до конца. Вот так у нас немножко неформатный развивающий ролик в этот раз был, да? А с вами был канал Baby Go. Мы с вами прощаемся. Ставьте на пальчики вверх. День, как пальчики вверх? Подписывайтесь на канал, оставляйте свои полезные комментарии. В следующий раз будет очередной полезный развивающий ролик. Ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч, друзья. Пока-пока. А пока-пока сказать. И поцелуй, конечно. Давай.